Мир полон историй, и время от времени они дают себя рассказывать. Хорош. Крутой парень. Даже признаться в любви не можешь. Чёртова резервация. Если бы она уехала со мной, все было бы иначе. Все. Размечтался. Сам-то себе веришь? Томми, ты где там застрял? Похоже, у Джен кончается виски. Да уж, в мужском и то чище. Томми! Иниси? Что ты тут делаешь? Томми, ветер несет великие перемены. Дед, сколько можно? Ну не верю я в эту бредятину! Томми, время на исходе. Ты должен вспомнить о своих корнях. Это даст тебе силу. Силу? Для чего? Чтобы спастись. Чтобы выжить. Выжить? Иниси, ты о чем? Иди домой. Мое место здесь, рядом с тобой. Этой ночью я буду тебе нужен. Ладно, как скажешь. Да уж, Джен запустила заведение. Это называется индейское казино. Сегодня, а, крошка? Если бы. С вами разве соскучишься? Как достала эта музыка! Сменить бы ее. Бусы вы всякие продаете? Моя баба за бирюзу прям удавит. Здесь бар, а не магазин. Может, у них чего другого на продажу есть? Вам это точно непосредственно.
черт! Ами, ты с ума сошел? А если б ты их убил? Может, и надо было. Еще чего не хватало? Разве нельзя было? Какого черта? Внимание! Общая тревога! Внимательно прослушайте важную информацию. Только что поступило сообщение, что несколько аналогичных объектов замечены в небе над Северной Америкой. Положение становится... Джен! Дедушка! Томми! Я не могу двигаться! Я тоже! Господи, где мы? Что происходит? Что с нами будет? Я не знаю, Джен! Не бойся! Я вытащу нас отсюда! Просто дай мне минутку! Я не могу двигаться! Это еще кто такие? Я освобожу вас. Что ты делаешь? Помоги нам во время испытаний. Спаси нас от зла. Единый, чье дыхание дарует жизнь всем мирам. Помоги нам во время испытаний. Спаси нас от зла. Единый, чье дыхание дарует жизнь всем мирам. Помоги нам во время испытаний. Спаси нас от зла. Джен, прекрати, я думаю! Единый, услышь меня. Если Великий Дух и существует, здесь его нет. Нет! Нет, Томми! На помощь!
Джен, господи, нет!